Итак, привет, Шкода Вода. У нас Корок 1.4 стайл, автомат 150 сил, богатая комплектация, Барс, цена 1 900 000. Что у нас под капотом? 1.4 TSI, но не простой, не CSDA, а так, где-то написано, смотрим, DJK, полная аббревиатура. Так, подождите. DJK. Это новый мотор 1.4 с большей полки момента до 4000 оборотов. У нас, кто не в курсе, стояночный отопитель. Турбинка у нас так стандартная. С электроприводом. Так. Как видим, входит с усилием. Имеется небольшой люфт. Это у новых также все. Темка по антифризу. Должен быть G13. Но здесь не указано. Сейчас посмотрим на цвет. Так, долго откручивается. Сейчас по цвету определим. Так, G13. Палец уж сувать не будем. Нажмите. Масляный эффект. Такой небольшой косячок. Как видим, здесь у Корога на соплях все. Болты научились делать. Сравним с Кодиаком. У Кодиака здесь все заподлицо. Потому что Кодиак уже до ума довели. И у Кодиака тут написано G13 все-таки. А не G. Неизвестно какой. Комплектация богатая. С пакетом ассистента Traffic G-Assistant, батарея Варта, это хорошо, но у нас тут кочерга, ничего страшного, капот реально тяжелый, как у всех Шкод. Фары у нас ледовские, корнеры черные, четкие. Ну, знаете, внешне маленький Кодиак. С резиной у нас тут более-менее, Бриджстоун, потому что это стайл, там вот на улице стоит другой Корок. У него вот ширенькая резина, Nexon, я такой сразу продал. По салону. Садимся. Ух ты, посадка, первый раз сажусь. Так, у нас тут ручное все, что? Где электропривод? Нет электропривода. Сиденья такие, кто-то задрал их. Так, приборка у нас такая аналоговая, старинная, руль от FL, регулировка, ну, стандартная, шкодовская. Наш любимый бардачок маленький, обитый. Давайте разберемся по пластику. По пластику у нас здесь все мягко, не знаю, какой Рапид старый. Тут все как у Кодиака, такой же пластик. Наш лак любимый. Бардачок. Обитый. Не в каждом бизнес-классе обито. Угу. Смотрите, какая дребедень есть. Резиночки. Тут внутри не обито. Ну, здесь пластик жесткий в дверях. Ну, пойдет нам. Что у нас тут дальше? Телефонная лабуда. Автомат, ассистенты, электроручник. Как вы видите, убогая магнитола. Давайте включим. Ничего убогого я не вижу. Состояние автомобиля. Контроль давления в шинах не нужно активировать, уже есть. Радио. Иконки должны ставиться так. Тут считаю уфа. Так, не поставилось. Сама ставится. Ладно, ничего страшного. Медиа, Bluetooth есть, меню, цветопередача. Ну, чуть-чуть блеклая, конечно, но вот гораздо лучше, нежели всякие там корейские. За эти деньги нормально все так. Фоны, включить зажигание,
АПП, КАР. Обзор. Грин меню есть. Ой. Экодрайв. Подогрев руля. Подогрев лобача. По мне все нормально. Так, по настройкам. Ничего убогого я не вижу. Нормальный магнитол, единственный просто косяк, что они сделали такую рамку выдавленную. И она, как сказать, вводит людей в заблуждение. Старт, стоп кнопочка. Вия. Ну-ка. Хлопают ли? Крутяк. Так, двери. Ну, вот видите, ручка двухсоставная, это косяк кодиака. Стеклоподъемники автоматические. Качественная вставка деревянная. Мне это все нравится. Как видите, здесь, ну, Шкода написано. Вот это вообще круто. Посадка, скажу вам так, высокая. Зеркальце такое удобное маленькое. А, чечник с ковриком. Что у нас тут? Ага, LED, LED-подсветка. Крутяк. По мне, тут никаким рапидом старым не пахнет даже. Давайте дальше. Обивка. Ярко выражена боковая поддержка. Вставил. Сиденье. Даже, я говорю, не каждый бизнес-класс таким может похвастаться. Я не знаю, про что вы там, ребята, рассказываете. Алькантара. Подлокотник. Ух ты, ёпка. Как в Кодиаке. Большой. Вставки есть. По мне пока все нормально. Никаким убожеством здесь не пахнет, товарищи. Так, давайте сейчас я сяду. Так, правильно. Педалька, смотрите, какая педалька тормоза. Чтоб точно не промахнуться. Педалька газа маленькая. Тормоз такая, как жесткая. Потом покатаемся, проверим. Так, эти все фары мы посмотрим. Что у нас тут есть? Парковочная система, как я понимаю, аварийка. Он как моргает, смотрите. Так. Оф-оф. Лак, ну, лак. Подогрев. Меню. Так, давайте прикольнемся сейчас. Откроем багажник. Нажимаем. Пошло открытие. Открывается очень высоко. Головой задеть нереально. И вот что прикольно. Сразу есть жесткая. Вот это мне нравится. Жесткая крышка. У Кодиака такого нет. Вот это тканевая несерьезная ерунда. Рычаги подвешивания. Ну, так. Розеточка. Багажник. Что у нас тут дальше? Должно быть фальшпол. Угу. Докатка. Домкрат в стиле автоваза, да? Чуть-чуть вибро. Кармашки такие нормальные. Ручное складывание. Ну-ка. Хоп. Сложилось. Хорошо. Ну, по мне нормально все. Так. Быстро. Ну, вот эта ерунда будет у всех корогов, как ни крути. Почему-то крышку не доделали. Огни. Смотрится очень даже шикарно. Так, закрываем дверь. Легко и просто. Как у Эфела. Яркий, четкий ходовой огонь и реснички подсвечиваются. Прикольно, мне нравится. Так, какое топливо у нас написано?
Опять этот лабуда, первая заправка лукойлом. Тут у нас что, ну все стандартно, 98-95 бензин, давление 2,2, 2,5, 2,5. Ну, такая, скажем так, не как у Аптахи, уже такой сопливенький лючок, большой сопливенький лючок. Так, у нас рельники на крыше, сейчас я сажусь сам за собой. Так вот у нас как сложилось, получается, чтобы у нас рельком сложилось, надо, чтобы сиденье заднее было не откинуто. Так, вот, при вольготной посадке, ну, скажу так честно, вот второй ряд сидений, спиночка вертикальная. Вертикально. Но с другой стороны удобно, простаяние видите. Это еще, я еще вольготный сидел. Вот, 1,83 м рост, спокойно помещаемся. Задний у нас подогрев есть. Там еще, например, розетка у нас есть. Да. У нас там еще имеется розетка и прикуриватель. Все очень даже хорошо. Этот материал, знаете, ну, насколько я понимаю, это искусственная кожа, но она вот такая вот, знаете, вот на грани кожи. Нет такого впечатления, что ты прям говна кожа. Вот это вот здесь поцарапается, конечно. Ну, пока что все. Ну, пластик жесткий, но он, знаете, он выглядит так добротно. Вот это уже, конечно, хрустить будет. Ну, это косяк Кодиака. Подлокотник. По мне. Ну, не такой он четкий, как у Актахи. У Актахи он становится такой жесткий, становится здесь чуть-чуть хлипенько. Ну, так нормально. Из-за того, что сиденьки такие вот складные, ну, чуть-чуть, видите, имеется вибрация. Ну, ладно. Ничего такого страшного. Так, по крыше. Обзорность сзади. Ну, будет хуже, конечно, чем в Октаве. И вот это вот очень радует, полочка, вот это вот четко сделано. Вот в Кодиаке надо, чтобы у нас в Кодиаке была полка. Ну, я буду рассматривать для покупки. Так, наверху что у нас? LED-подсветка, это что такое? Так, это одна, это вторая, это все. Интересно, это при открытии дверей, короче. Ну, мне нравится. Аккуратненько, красивенько. И сейчас еще один момент посмотрим. Вот. Самое четкое вот это вот, слепые зоны. Вот это вот, я бы такие зеркала себе хотел с такой функцией. У него в бампере, в заднем стоят ультразвуковые датчики, насколько я помню. И потом прокатимся, посмотрим, как это показывает себя в жизни. Так, давайте стерем что-нибудь. Что, не хочешь работать? Вот видите, как прорисовано. У двери даже видно ручку. Прикольно. Короче, мне, ну, пока что нравится аппарат. Посмотрим, как он будет в тест-драйве. Пока что никакого дешмана я не вижу. Без всякого обмана. Нормальный, добротный материал. Даже удивило по качеству. Вы видите, мягенькая. Сейчас трогал в Кодиаке, такой же. Ну, лак, конечно, полетит. Ну, а что сделаешь? Так, у нас тут аэрбеки. Сиденье как есть. Как видим, сиденьки боковые. Здесь тоже боковые. Вот это будет стрелять. Безопасный автомобиль. Пластик жесткий, но добротный. Не вызывает никаких нареканий. Тормоза дисковые, чуть-чуть поржавели. Тут у нас, о, обивочка мягенькая такая, будет глушить шум. Гравия, фигавия, всякое там будет ездить. Ну и вот эта вещь мне тоже нравится. Хорошо, жик-жик. Вот такой Кодиак. Ой, короб, видите, даже спутаю с Кодиаком. 1 900 000 возможной скидки.
просадка сзади. Ну, спинка, конечно, высоко, но посередине как будет. Посередине, конечно, уже жестко. Будет не так удобно. Вот это вот под локотник, он будет мешать ехать. Четко, два человека спокойно. Ну и подросток, что, потерпит, ничего страшного. А так реально автомобиль для 4 пассажиров взрослых. Втроем будет реально тесно сзади. Так, двери целиком закрывает все. Здесь у нас уплотнитель, тут уплотнитель. Думаю, так здесь вообще проходить не будет. Маленькая вставочка, ну это я не понял, Шкоду оторвали, что же. Сиденьки, ну мне нравится. Дермантин, но хороший.